Самый волшебный момент вечера, секунда, когда в чудо верит каждый. И детские эмоции всегда яркие, положительные, независимо, в первый раз ребенок на елке или нет. Первый раз она увидела Деда Мороза, и он ей даже предложил потрогать бороду. Правда, она испугалась, такая, нет. А так вот, мне кажется, все понравилось, да. Мы вообще первый раз посещаем елку. Ну, они у нас еще маленькие, поприжались к нам. Ну, в общем-то, понравилось и Дед Мороз. Весело. Что, даже подарок есть? Да. Кто тебе подарочек дал? Дед Мороз. Такими подарками Дед Мороз осчастливил всех ребят, которые пришли на благотворительную елку, которую организовали специалисты Самарского дворца творчества. В первую очередь поздравили ребят из детских домов и приютов. Новый год – это обязательно для ребенка, для каждого ребенка должен быть. И совершенно он не должен зависеть от благосостояния родителей. Да и с другой стороны, это нам приносит большое удовлетворение, когда мы всем детишкам абсолютно стараемся, чтобы этой елочкой смотрели все дети, которые в этом нуждаются. Это наша потребность. Новогодние праздники для коллектива Дворца творчества – это рабочее время, самая горячая пора. В канун торжеств и во время январских каникул им предстоит дать еще много концертов. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Василий Колдашов. События.